Юрию Борисовичу Егорову было 76 лет. В 1982 году он приобрел дачный участок в Аввакумово и построил здесь большой двухэтажный дом. И, как рассказывают соседи, проводил здесь много свободного времени. Но никто даже подумать не мог, что тут пенсионер проведет свои последние часы в жизни. Вечером 14 мая Юрию Егорову стало плохо с сердцем. Я смотрю, стоит там у станка. Я говорю: «Борис, чего? Помоги мне». Я его под ручку, он: «Ой-ой, мне больно». По словам соседки, у Юрия Егорова уже были проблемы со здоровьем, а в последние годы совсем все испортилось. Однако, несмотря на это, он продолжал ездить на дачу и ночевал здесь один. В ту ночь, накануне своей гибели, он также не уехал в город. Уже утром в пятницу, 15 мая, за ним на такси приехала жена. Водитель Владимир Волков, кажется, на всю жизнь запомнит эту поездку. Я стоял на силикатке, ждал заказов. Вот, подошла женщина, говорит: надо съездить на дачу, забрать мужчину, отвезти на улицу Чудова. Вот, потому что, говорит, он как бы приболевший немножко, и скорая помощь туда не выезжает. Добравшись до дачного кооператива, они встретили Юрия Егорова. По словам водителя такси, он был в нормальном состоянии, сам сел в машину и даже что-то говорил. Однако, отъехав от дома всего несколько сотен метров, состояние пенсионера ухудшилось. Ну вот мы от дачи отъехали метров 600-700, где-то вот так вот. Ну вот он захрипел, я оглянулся, то что на звук такой подозрительный. Вот. Смотрю, у него пена изо рта пошла. Дороги в поселке плохие, яма на яме. Но, несмотря на это, Владимир Волков, не жалея машину, дал газу и быстрее поехал в город. Уже в пути он набрал 03 и сообщил, что везет смертельно больного человека. Но в диспетчерской ему ответили, что вызов принять не смогут, так как это территория Калининского района. Я говорю: ну пусть тогда хоть бы скорая, говорю, едет навстречу в сторону Аввакума. Говорю, мы их встретим, говорю, как-то. Нет, нам, мы туда не едем, нам надо именно конкретный адрес. Я говорю: ну тогда на силикатке. Вот. Первая силикатная, вторая силикатная. Я говорю: ну где трамвай разворачивается? Нет, нам надо именно адрес. Здесь у водителя такси с 20-летним стажем в памяти всплыл адрес: улица Туполева, 113. Его и назвал диспетчеру. До места Владимир Волков добрался за 7 минут, однако скорая, по его подсчетам, приехала лишь спустя 20. Обычное утро в городе. Люди спешат по своим делам. Но еще неделю назад на этом же самом месте все было совершенно по-другому. Карета скорой помощи, полицейские, прохожие столпились вокруг машин. Есть чему удивиться. В такси лежит бездыханное тело человека. К сожалению, приехавшие на вызов медицинские работники не смогли спасти Юрия Егорова. На глазах жены, скорее всего, еще в машине он скончался, так и не дождавшись помощи. Кто виноват в этой ситуации, сейчас выясняют следственные органы, возбудившие уголовное дело. В настоящее время проводится комплекс всех необходимых следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователям опрошены врачи, очевидцы, истребованы необходимые медицинские документы. В рамках расследования уголовного дела бездействию медицинских работников будет дана соответствующая правовая оценка. Юлия Ильичева, Руслан Попов, РЕН-ТВ «Пилот».